Районные новогодние елки начали зажигать в Красноярске. Сегодня открыли праздничное пространство в Кировском районе, в сквере энтузиастов и в железнодорожном в парке Гагарина. Здесь, как и во всех новогодних локациях Красноярска в этом году, тематика творчества Александра Сергеевича Пушкина. Ледовый городок оформили по мотивам баллады «Песня о вещем Олеге». Здесь есть «Царьград-лабиринт», скульптуры богатыря и раскрытой книги. Ну да, новогоднее настроение есть. Пришли, потому что рядом живем. Ну и как бы ребенок очень любит театральные вот такие представления. Вот. Искал себе место, чтобы встать так, чтобы видеть. И, ну вообще парк у нас очень хороший, и поэтому знали, что праздник будет ну, достаточно хороший. И вот решили посетить. Завтра елки откроют во всех остальных районах. В 5 часов в Октябрьском, в 6 в Ленинском и Советском, в 7 вечера в Свердловском. Там гостей также ждет праздничная программа. Главную городскую елку на острове Татышев откроют в четверг, 28 декабря. Там же впервые включат новый сценический комплекс. Начнут праздновать в 8 вечера.